Юные сургутские хоккеисты команды «Олимпиец» в первенстве страны дважды обыграли на своем льду гостей из Серова. Матчи проходили в возрастной группе среди спортсменов 12-13 лет. В первой игре оппоненты чаще боролись за инициативу, чем за превосходство на пятаке ворот. Соперники за 60 минут нанесли всего 40 бросков по воротам, а сирена после результативных атак звучала трижды. На 20-й минуте сургутяне открыли счет. В конце второго периода преимущество удвоилось. Обе шайбы забил Егор Карджанян. Гости сумели ответить под занавес матча. Гол престижа забил Григорий Артамонов. 2-1. Победа «Олимпийца». Борьба. Допустили две там ошибки мы. Первое у нас сами себе забили первый гол. И там втроем остались. Тоже не выдержали, не выстояли. То есть первая была поровнее немножко игра. Повторный матч стал намного более результативным. Изучив манеру игры друг друга, соперники грамотно действовали в атаке. Гости вышли вперед на 7-й минуте встречи, но затем пропустили 7 шайб подряд. Видимо, посчитав, что результат сделан, хоккеисты «Олимпийца» позволили себе немного расслабиться, чем и воспользовался «Металлург». С 52 по 56 минуту гости завершили точными ударами 4 своих атаки. На большее не хватило времени. Итог матча 8-5 в пользу сургутян. Начали нормально, с таким, с хорошим настроем. Уже знали, что ждать от соперника. Сами свою игру в связи с этим перестроили. Ну и так два периода хорошо играли, третий подсмазали. Ну, нашу задачу попасть, ну, в первую очередь, в переходку, а потом в группу сильнейших. Никто не отменял. Мы продолжаем за нее бороться. Ну, тяжело, конечно, в некоторых матчах нам. Ну, стараемся.